Всем привет! С вами мисс Анастасия Шоу, и сегодня у меня уже третья часть моего сериала «Инвалидка» «Инвалидка», которая стала самой популярной в садике. Но в начале этого видео не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра! Блин, так хочу спать. Ой, ё-моё. Ой, я стакан уронила, блин, я заснула. Ой, я так испугалась. Хорошо, что он не разбивается. Ладно. Ты меня напугала. Ё-моё. Ой, уже утро, как круто, что так быстро наступает утро. Такая красивая комната все же у нас. Мне очень нравится. Ладно, пойду к папе с мамой. Ой, привет. Ой, что? А кто? Мам, это я. Прости. Ну ладно, ничего страшного. Я просто напугала немножечко. Я пойду за сестренкой. Сестренка, пора совать, доченька. Ну, мама. Я вообще-то папа. Папа. Да не кидайся. Как ты вообще смогла? Вообще. Стоп, что? Я сплю? Я ж... Ну, папа. Стоп, ты встала? А что тут такого? Что встал? Ты же инвалидка. Я встала? Это сон? Нет, это не сон. Я не сплю. Не может такого быть. Я хожу, бегаю. Да нет, такого не может быть. Я не знаю, но ты ходишь. Я не знаю. Не страшно. Наоборот, это очень хорошо. То, что ты смогла ходить. Ну да, но я боюсь. Вот, съешь эту витаминку, как всегда. Хорошо, и запей вот этим лекарством. Пока что все. Но ты все же ходишь. Да. Привет. Ты что, сама дошла? Офигеть! Да, сама дошла. Да, она смогла ходить. Я не знаю как, но это волшебство. Она просто пила таблетки. Ходила к врачу, но... И она начала ходить. Офигеть, я просто в шоке, надеюсь, это не сон? Да нет, я надеюсь. Ну, я чувствую себя отлично. Офигеть, я в шоке, я очень рада. Я тоже. Давайте кушать. Раз ты больше не инвалидка, ты сможешь сама. Да, это очень круто. Съем сэндвич с конфеткой и запью чайку. Ой, очень вкусно. Теперь я хочу попить чай и съесть конфетку. А я леденец съем. Тоже, как и вы, сэндвич. И попью чайка. Я тоже самое. Там, ням-ням. Очень вкусно. Ты лучший повар. Да это всего лишь сэндвич. Ничего делать не пришлось. Да, блин, я не могу поверить, что я хожу. А я очень рада, что ты ходишь. Сегодня вы пойдете в садик? Нормально. Ага, все были в шоке. Я там первый раз. Ага. У меня как будто волосы начали отрастать. И посмотрим. Да, и вправду. Волосы пошли. Офигеть. Я так рада. Ладно, девочки, справляйтесь сами там. А мы с папой помоем посуду пока что. Да, дорогой? Да, конечно. Сейчас возьму посуду. Так. Все, сейчас будем ее мыть. Пойдем мыться вместе впервые. Давай сначала возьмем подгузники. Вот. Один уже постирался, он твой. Ага. А этот будет мой. Все, давай положим. Ох, круто. Пойдем в ванную. Я впервые сяду в ванную сама. Ого! Круто! Включим пузырьки. Я пойду за вещами еще. Нам надо теперь же на двоих все брать.
Сейчас дотащу, держи. Хорошо, давай мыться. В пене все, моемся. Круто. Все, давай вытираться. А мне не холодно. Я в шоке. Да я сама в шоке, ты понимаешь? Я в шоке, то, что ты смогла ходить. Я очень рада за тебя. Я тоже очень рада. Давай одеваться. Ой, мы наоборот, если что. Ё-моё, мы оделись наоборот. Давай переодеваться нормально. Все, наконец-то. Положим это в стирку. А теперь давай накрасимся. Давай возьмем косметику. Да, побежали в какую-нибудь комнату. Начнем краситься. Побежали, чтобы родители ничего не увидели. Да, еще нужны вот эти платочки, мама говорила. Да, давай сядем и будем краситься, а потом пойдем в садик. Все, побежали теперь к родителям. Ой, приветик. Ой, а мы уже помыли посуду. Ой, вот, давай положим. Ой, нет, не сюда. Ай, круто, мы накрасились. Что? Ну ладно, пусть накрасится. Сегодня же такой... Ой, я просто в шоке. Ладно, давай. Ай, сюда не вмещаются. Ну ладно. Все, я пойду своих деток уводить в садик. Берите все, что вы хотите. Да, у нас здесь еще мини-перекусик. Да ведь? Ага, арбузики. Круто же, и водичка есть. Давай водичку попьем. У нас еще одни стаканчики. Они всегда будут стоять тут. Круто же, да, давай домашнюю работу сделаем. Ой, принесем. Ага, круто, пойдем, мама, пошли. Да, сегодня у вас будет сон, поэтому берите игрушки, хорошо? Хорошо. Здравствуйте, извините за опоздание, мы опоздали немного. Да, ничего страшного. Давайте, а где ваша коляска? У меня такой вопросик. Она ходит? Да. Она сама все объяснит. До свидания. До свидания, до свидания. Приветик, девочки. Садитесь. Я новенькая. Саб, а ты кто? Ты что, не узнала меня? Это ты, инвалидка? Да. А откуда у тебя волосы? Это парик такой. Но у меня волосы растут. А как ты ходишь? Вот так. Как все люди. Ты что, выздоровела? Ну да. Ты такая красивая. Ну да. Почему? Я тебе самая некрасивая. Куда она? Не знаю. Пойдем за ней. Ты куда? Я тебе самая некрасивая. Ты очень красивая, будешь всегда такой. Нет. Да, все, пойдем. Садись. Начинаем урок с радостной нотой. То, что наша любимая Эля начала ходить. Ну да, я начала ходить. Пила таблетки, ходила к врачам и начала ходить. Вот так. Ой. Оп. Очень это круто. Занимаемся, давайте. Час спустя. Перерыв. Хорошо, перерыв так перерыв. Офигеть, ты такая красивая. Да. Думаю, мы тебе с тобой не будем дружить, только с тобой. Да уж. Мы только с тобой теперь будем дружить. Такая красивая. Очень красивая. Мы в шоке. Можно с собой дружить. Ты очень красивая и добрая. Я не могу. Да, я согласен. Я с тобой тоже буду дружить. Ты очень красивая. Спасибо огромное. Со мной теперь никто не дружит. Все, я никому не нужна. Все там у нее это столпились. Это мой рисунок. Его скомкали и кинули. Я
больше никому не нужна. Мячик теперь одна буду играть. В гармошку мы, помним, играли. Тоже буду сама. Хомячок теперь, мы только с ним будем. Ай, не. Поиграю, что ли. Ага, я в шоке. А давайте приконем эту Алину. Мне сейчас надоело уже. Ну, это не мое дело и не мое. Если хотите, пранкуйте. Ну что ж, теперь мы тут самые крутые. Дружим с самой крутой. Отличие от тебя командовал только с всеми. Простите меня, ребята. Я хочу быть с вами. Я хочу с вами дружить. Нет. Мы с ней теперь дружим доброй и красивой. Раньше она была не такая красивая и инвалидка, с ней нельзя было играть. А теперь она, ну мы знали, что она добрая. И мы хотим только с ней дружить, а не с тобой. Все время командуешь. Поменьше бы командовал, с тобой бы тоже дружили. Смотри, что я хочу сделать. Что же ты хочешь сделать? А надеть на тебя это ни за что на свете. Ага, еще посмотрим, как ты будешь выглядеть. Ха-ха-ха. Ой, не могу, ты такая смешная. Ха-ха-ха. Ты чем вы это сделали? А знаешь, как еще лучше будет? На! Эй! А, я прям в рот ее с косточками проглотила. Смотри, она нас. Оп! Ай! Я его тоже... Я меня сейчас устрашнит. А яблоком готова? Ай! Ну ладно, яблоко я съем. Ха-ха-ха. Зачем вы так? Смотри, это твой же хомяк, да? Не трогайте моего хомю. Еще как потрогаю, иначе... Сейчас его как тресну этим кубиком. Попробуй только. А вот попробую. Ладно, я пошутил. Конечно, я же так делать не буду. Только он будет теперь не тут жить. А знаешь где? Вот здесь. Уж не буду я его бить. Иначе у меня потом крышка будет. Не надо его туда садить. Надо. Или хочешь, чтобы он уехал? Ха-ха-ха. Или хочешь, чтобы я его кубиками застроил? Ничего не хочу. А может, хочешь, чтобы он там навсегда остался? Нет, нет, нет. А хочешь, чтобы я с ним мячиком поиграл? Нет. Тогда пусть он там сидит. А твоя клетка пойдет, знаешь, куда? В мусорку. Нет, не делайте этого. Не надо. Еще как надо. Стоп, что там делают? Я в шоке, они что? Эй! Остановитесь, что вы сделали? Я с вами дружить не буду. Почему? 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 Мы просто немного пранканули ее. Немного? Это зашло все границы. Я слышала, что вы говорили. Я думала, вы играете. Бедный хомячок. Его там не кормили даже. Прости, я его не кормила. Просто не могла. Не могла. Как это не могла? Отдай сюда мячик. Надо все положить по местам. Бесстыжие, как вы могли? Отдай клетку. Я слышала, вы хотите ее в мусорку выкинуть. Я думала, мусор вы хотите выкинуть. А потом как услышала, как увидела. Отдай клей. Положу его на место. Бесстыжие. Вы что ее, зачем переодели? Смотрите, какая она теперь некрасивая. Переодевайся. Все. Ой, пранканули ее немножечко. Туда посадили, хотели его склеить, ножницами бы еще порезали, блин. Ой, ребят, никогда не повторяйте такого. Это очень плохо. Понятно? Еще бы, блин, бедный, я пойду еды ему дам. Ой. Как они могли только? Я не думала, что у меня такие друзья. Так, ему надо очень много еды.
Мне все равно, кому там не хватит. Главное, что хомячку хватило бы. Он давно не ел. Сейчас закрою еще, чтобы никто не видел. Держи, хомячок, кушай. И это кушай. А, воду пойду поменяю. Ага, все, поменяла ему воду. Как вы смеете только? Еще этим хотели его стукнуть. Бесстыже. Спасибо, что мне помогла. Нежесть, они просто немного с ума сошли. Нет, мы хотели ее приткнуть, но зашло слишком далеко, прости. Я с ней только буду дружить, пойдем. Иначе они ненормальные какие-то. Можно хотя бы мне? Я в этом не участвовала, вообще-то. Что там происходит? Ничего. Я сейчас все вам расскажу. Все как было. Иначе здесь хулиганы одни завелись у вас. Давай, рассказывай. Быстрее только. Короче. Понятно. Кто-то сегодня останется без сладостей. Нет. Ну, я видела то, что вот это не участвовала в этом... Потому что я следила за этим. А потом решила вмешаться, потому что я была в шоке. Сначала я даже не поверила. Ладно, а вот вы все будете наказаны. Я слышала, что... Ой, не слышала, конечно, что вы говорили, но, по словам ее, вы все будете наказаны. Ага. Сейчас буду раздавать еду. Садитесь все. Так, вы вчетвером можете сесть, как хотите. Ура! А вы втроем можете сесть, как мы вас посадим. Садитесь, девочки. Да, хорошо. Хорошо. Да. Ой, держи. Угу. Ладно, я буду с мальчиками сидеть. Эх, сейчас буду еду раздавать. Когда все поели? Очень было вкусно. Очень. Теперь идут спать только те, которых мы позовем. Так, вот ты, малышка, пойдем. Так, ты ляжешь вот сюда. Хорошо. Так, вот ты будешь спать тут. Потом сказали, что ты будешь спать, и ты. Как хотите, можете лечь. Хорошо. И еще. Конечно же, ты. А вы уже подросли и не будете спать. Но вы наказаны, поэтому будете сидеть и ничего не делать. Какое наказание придумать? Может, убраться? Да, давайте, чтобы они там поухаживали. Идите, ухаживайте за деревьями. Да, хорошо. Мне мама сказала этот капюшон носить на улицу. Говорит, что меня продует. На улице жара. Мама сказала, мне так идти. А раз на улице жара, то... Что то? Идите, убирайтесь. Ладно. Давай я беру лейку и лопату. Да и все остальное. Да, я беру вот это. И еще вот это. Давай ухаживать. Системечку прям там. Все, давай. Как думала вот эта вот девочка? Что будет? Я думала, то, что мы будем выйдем вот так вот. Смотрите. Глупо говоря, я думала, что именно так и будет. Что вот так мы... Выйдем на улицу, вот так вот, и будем вот здесь, например, сидеть, и чтобы на нас смотрели. Но оказалось, все не так. Еще я думала, что мы будем убирать полки, грязи стоять. Я думала, будет такое наказание. Эх, но это оказалось не так. Я очень этим рада. Детки, вставайте, уже прошел час. Да, я очень выспалась. И я. И, конечно же, я. Мы очень хорошо выспались. Идите, садитесь, можете поиграть.
А потом за вами родители придут. Хорошо. Мы посидим и подождем их. Будем ждать долго, наверное. Фух, все доделали. Я так устала. А я, думаешь, не устал? Пойдем. Ну вот, вы будете сидеть именно тут. Я купюшон уже сняла давно, потому что было жарко. Ну ладно, давайте. И, короче говоря, тебе мама сказала одеть вот этот комбинезончик. Спотеешь иначе. Да, хорошо. Но пока что все. Всем удачи и всем пока-пока!